Одно из главных преимуществ Symphony 34 – это его расположение. Жилой комплекс строится в районе со сложившейся инфраструктурой. Например, до стадиона «Динамо», сейчас он называется ВТБ-арена, резидентом Symphony 34 минут 15-20 пешком. Заинтересует чаша, которую не так давно открыли после реконструкции. Не только любителей футбола или хоккея, а здесь играет свои домашние матчи московская «Динамо». ВТБ-арена – это многофункциональный комплекс. Здесь и торговый центр с кафе и ресторанами, и фитнес со спа, и огромная концертная площадка. А сейчас выдаем секретное место будущим резидентам Symphony 34. Если зайти за чашу, то попадете в уютный парк с тренажерами, спортивными площадками и даже скейт-парком. Здесь можно поиграть в футбол, стритбол и в теннис. Ольга, я вас приветствую, мы снова у вас в гостях, но мы не в постоянном офисе продаж, мы сегодня в новой локации, расскажите, где? Мы сегодня находимся в нашем новом офисе продаж, мобильном, это Sale Bus, соответственно, он находится непосредственно возле стройплощадки. Да, то есть у нас вот буквально за окном Symphony строится. Именно. В чем преимущество? То есть можно сразу выйти и пойти на стройплощадку смотреть? На стройплощадку пройти нельзя, но тем не менее все клиенты, которые уже приехали на стройплощадку, они как раз могут здесь ознакомиться с макетом, с информацией и уже непосредственно посмотреть в окна своей будущей квартиры. Хотел сегодня остановиться подробнее на отделке, которую вы предлагаете в Symphony 34. Расскажите о вариантах, которые есть у покупателя. Что касается отделки, то есть она у нас представлена в двух вариантах. MR-Base и MR-Ready. Наряду вот с предчистовым форматом отделки MR-Base мы предлагаем отделочный вариант MR-Ready. Это уже чистовая отделка, которая представлена в двух стилях, в темном и светлом. Там уже будут выполнены работы по укладке паркетной доски с индивидуальной раскладкой. Будут установлены межкомнатные двери с декоративной вставкой. И они в совокупности будут очень хорошо расширять пространство. Стены будут оштукатурены, финишно отшпаклеваны, выкрашены в светлые тона. В санузлах будет установлена премиального уровня сантехника. Это инсталляция унитаз, ванная либо душевая кабина, полностью все смесители, полотенцесушители, теплый пол. То есть, соответственно, все будет уже выполнено под ключ. В чем преимущество данной отделки? В том, что вы приобретаете квартиру не только в которой уже полностью выполнены все работы, но и вы приобретаете квартиру, которая находится в тихом доме, поскольку в данном корпусе, корпусе C, абсолютно во всех квартирах выполнены отделочные работы. А что за дизайнер разрабатывал отделку? Насколько она стильная? Дизайнером отделки было известное испанское дизайнерское бюро Хайми Берестейна. Поэтому качество можно будет оценить по достоинству. Так, что по ценам на квартиры с отделкой? Насколько они отличаются от квартир без отделки? Да, я могу озвучить вам все в цифрах. То есть у нас квартиры с отделкой MR-Ready представлены от студийных форматов квартир от 27 квадратных метров по стоимости от 13 миллионов 400 тысяч. И финальная площадь – это 84 квадратных метра по стоимости до 41 миллиона. Еще я знаю, что у вас есть сейчас очень интересные предложения, лоты со скидкой. Что это за предложение? Что касается выгодных предложений, то на сегодняшний день у нас есть ограниченный пул видовых лотов с дисконтом в размере 10% от стоимости квартиры с отделкой MR-Base при покупке при 100% оплате либо ипотеке. Если же мы рассматриваем вариант рассрочки, то на них также действует рассрочка беспроцентная до февраля 2024 года с ежеквартальным погашением. И на данные лоты мы сможем даже при рассрочке предоставить дисконт в размере 3% от стоимости квартиры. Ольга, я благодарю вас за то, что уделили нам время, и за то, что так подробно нам обо всем рассказали. Иван, я вас приветствую. Мы снова у вас на стройке. Видим, что все очень сильно поменялось. Прежде всего, вот эта башня С, по-моему. Да. Совершенно изменился вход в нее. В общем, 3 недели назад мы были у вас здесь и вообще ничего не узнаем, если честно. Ну, как и обещали, не стоим на месте. Уже сейчас 11 этаж выполняется в монолите. Кроме монолитных работ приступили еще и к другим видам работ, в частности, начали уже межквартирные перегородки, кладку из блоков делать.
Кроме этого, в подземном этаже выполняются уже работы по прокладке кабельных лотков, то есть уже инженерка. И вы сможете увидеть еще, что уже начался монтаж специального подъемника, вот этот такой мощный, большой на всю плоскость фасада для удобства монтажа и монтажников, и для скорости уже вот начали монтаж, и в самое ближайшее время уже будет начало монтажа фасада, навесного фасада. При этом этажи продолжают расти. Да, конечно. Это работы выполняются параллельно, а не последовательно. У нас одновременно в том же темпе высоком продолжается заливка бетона, и одновременно уже на нижележащих этажах выполняется и кладка, и фасадные работы, как я сказал, скоро приступят. Так, что по другим башням? Я вижу, что они пока еще отстают от башни С, хотя вот эта башня выравнивается, но, тем не менее, везде работы кипят. Башня А, графит, самая высокая башня, все правильно, она немножко уже догоняет, 7-й этаж выполняется в монолите, и по всем башням, правильно вы заметили, мы уже приступили к выполнению этажей, которые выше нуля у нас находятся. Вот башня Б, видно, что уже первые и второй нежилые этажи выполнены в монолите. Кстати, здесь будет находиться на первом-втором этаже детское образовательное учреждение. Как раз первые два этажа предусмотрены под детскую школу. Технический этаж выполнен, и уже третий этаж – это первый жилой этаж, уже вот рабочие приступили к выполнению плиты перекрытия. Кроме того, башня Д также не стоит на месте, и первый нежилой этаж в монолите уже готов. Где будет лобби располагаться, то самое центральное, через которое все будут... Мы, кстати, на нем находимся, прямо на крыше лобби, ну, общественного здания, непосредственно... Под нами будет ресторан, а чуть левее вот здесь появится еще продолжение этого здания, и там будет лобби с центральным входом, очень красивое. Что касается паркинга, там работы сейчас ведутся уже? На паркинге уже выполнено практически 90% кладки на минус первом этаже, и прокладка идет инженерных коммуникаций. Иван, спасибо большое за то, что уделили нам время. Спасибо за то, что провели такую классную экскурсию, как всегда. Друзья, это была «Динамика строительства». Спасибо, что смотрели нас. Узнавать новости вы можете на официальных страницах проекта, в социальных сетях ВКонтакте и в Телеграм. А я с вами прощаюсь. Увидимся. Пока.